Открытие в декабре прошлого года детского сада на Армейской улице стало долгожданным событием для жителей Кубинки. За ходом строительства осуществлялся партийный мониторинг в соответствии с отработкой наказов народной программы. Как обживаются малыши и сотрудники на новом месте в рамках реализации проекта «Единой России. Новая школа» проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Лучше не говорят просто. Здравствуйте. Что сегодня? Здравствуйте. Какой по-домашнему? Суп крестьянский, компот и салат. А вы всегда в садике работаете? Да, в школе, садик. Детский сад номер 74 является дошкольным отделением Кубинской школы номер 2 имени Безбородова и работает в режиме полного дня. Сегодня учреждение посещают 70 малышей, хотя сад рассчитан на 330 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В здании обустроены просторные игровые комнаты, кабинеты для кружков, залы для занятий спортом и музыкой. Папа мой настоящий герой, смело он идет с товарищами в бой. Мой отец самый храбрый боец, планам вражеским положит он конец. В скором времени в учреждении будет функционировать медпункт, оснащенный всем необходимым. Уже заключен договор с Одинцовской областной больницей на медицинское обслуживание. Теперь необходимо получить лицензию для работы врача-педиатра и медсестры. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».